Привет, друзья! Очередная распаковочка из Китая. Пришла такая небольшая посылочка. Тут написано, что это LED-лампочка. Давайте вскроем, посмотрим. Ребят, ножичек уже не режет. Заказал новые, придут, сделаю снова обзор. Давайте вскроем коробочку. Достанем лампочку. Это лампочка кукуруза. Маленькая, пластмассовый корпус, очень легкая лампочка. Честно говоря, я думал, что она будет чуть-чуть побольше. На лампочке нет никаких опознавательных знаков. Мощность ее мы можем только предположить. Я так думаю, что ватт 7, может быть 10, никак не больше. Давайте это с вами проверим. Наш крутой мультиметр, обзор на который был совсем недавно. Замеряем напряжение сети. Потребляем ток этой лампочки 47 миллиампер. Берем калькулятор и считаем. Напряжение у меня в сети 215 вольт. Умножаем на 0,047 ампер и получаем 10 ватт. Друзья, мне показалось, что это скучно, просто определить номинал этой лампочки. Нашел вот у себя вот такую вот лампочку, на ней заявлено 7 ватт. Я проделаю точно такую же процедуру, замерю реально, сколько ватт выдает эта лампочка, и потом мы сравним эти две лампочки, как они светят, как раз нашим прибором. Так, напряжение у нас в сети 215 вольт, умножаем на 215 умножить на 0,034. Ну, 7 с небольшим ватт. На лампочке у нас производитель пишет. Грохнулся наш мультиметр новый. 7,5 ватт. Похоже. Так, провел все замеры. Давайте подытожим. Кукуруза 10-ваттная, как оказалось, света дает меньше, чем 7-ваттная вот такая лампа. Из плюсов, что могу отметить, стоимость вот этой лампы, это я заказывал в Китае на AliExpress, порядка 150 рублей. Вот эта лампочка в Москве стоит 250 рублей. Замерил еще температуру этих лампочек. Греются они примерно одинаково, температура невысокая, около 40 градусов. Вот это вот чуть-чуть побольше, там на 2-3 градуса. Хотел еще разобрать, посмотреть, что там внутри. Да, как-то у меня получится. О, легко отщелкнулось. Ага. Внутри мы видим сглаживающий электролитический конденсатор. Кстати, очень нужная вещь. Не во всех таких лампочках китайцы их впаивают. Нужен он для того, чтобы лампочка не моргала. Моргает она на высокой частоте, глазу это не видно, но тем не менее глаза устают, когда долго находишься под таким светом. Собрал обратно лампочку. Такая вот она маленькая, прикольная. Кукуруза. Как загадка. Волоса, посередине колбаса. Кукуруза. Как-то так, ребят. На этом все. Спасибо за просмотр. Если понравилось, ставим лайки. Подписываемся на канал. Всем пока-пока. Мы используем у себя вот такие вот лампочки. Я уже несколько штук их разбирал. Некоторые открываются прямо вот совсем вот так вот просто. А вот мы здесь видим горевший светодиод.
На камеру не очень хорошо видно, но лампочка светит классным, красивым, сине-фиолетовым светом.